Снова приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем играть в древние свитки 4 Oblivion. Проходим мы модификацию «Сказка о потерянном счастье». Сейчас мы находимся в одной из пещер, где... Так, где что? Где спрятаны одни из доспехов, которые нам посоветовал собрать и сказочник, и этот кот в сапогах. Так, ну сейчас вот меня нашли. И это хреновато на самом деле просто, потому что я не вижу, кто на меня бежит. Он по-любому сейчас опять в невидимости. Так. И вот эта вот штука, кстати, их не обнаруживает, что интересно. То есть она видит все и вся, вот он. Так это блуждающий огонек долбанный. Все, склеился. Проказа. Неплохо так. Чуть прокаженными не стали. Так, там еще одна хрень какая-то. Ух ты. Ну, слушайте, впритык я уже скоро не унесу все это дело. Так, что, опять проказа, да? Ага, вот она. Нет, ну убивается она достаточно быстро. С учетом того, что сложность-то я не менял. Вот эту вот штуку нельзя подходить, она... Да, вот она сдулась и парализует. Я эти штучки запомнил. Так что больше я так просто не попадусь. Вот видите, смотрите. КСЕ опять. Эльфийский короткий меч, атака минус 40. То есть у него он хуже атакует, это плохо, конечно. Сильное зелье лечения и все, да, и я перегруз поймал. Надо какую-нибудь ерунду скинуть. Ну вот клеймора, например, я ее скину. Она потому что тяжелая и мерзкая. И при этом она очень... Блин. Отлично. Срыв заклинания. Это при моей-то силе воли у меня срыв заклинания. Бред, конечно, полный. Так, обычно если высокая здесь сила воли, то заклинание не должно срываться. Ну, сами видите, сорвалось. И у меня от этого пострадала экипировка. То есть, либо меч, либо доспехи у вас... Тихо. Да блин, отойди ты. Прицел сбит опять. Ой, так у меня все и кончилось все, да? Так, а где мой толчок? А что толчок? Вот толку мне с этого толчка. Надо кого-то призывать, но только не Балрога, конечно. Так, конец разрушений, понятное дело. Крик больше. Не успел. Ой, не успел, да еще и все сначала. Жопа, конечно. Все, КСЕ инициализировано. У нас опять все плохо. Мы опять стали слабыми, хилыми. Так, ну не знаю, давайте возьмем. Ай, тихо. Так. Блин. Ну ладно, хоть сейчас я на нее попал. А не в бою. Ну что, в бою это все, до свидания. Так, здесь еще одна должна быть, да? Проказа. Ну все, я не унес. Давайте выкладываем клеймор, да. Так, назад, назад. То есть, чтобы вы понимали, теперь при помощи вот этой модификации Kill Skill Extender NPC в пещерах прячется. Да, кстати, не только в пещерах. Они умеют прятаться... Сейчас сохранюсь. Они умеют прятаться и на улице таким же образом. То есть, в инвиз уходят, ты их не видишь. Ну, давай. Вот он. Так, может кого-нибудь вызвать, а? Скелет у нас плюс 12. Арбузный Атронах, он... Он у нас... Этот лорд Дримора. Плюс 40. Давайте лорда вызовем. Блин, все. Срыв заклинания опять произошел. И у меня безмолвие. Все, до свидания. Мы поиграли, я вам скажу. Надо бежать. Потому что деваться здесь некуда. Мне драться нечем с ними. Так. Это надо, это тупо пережидается. Так, слишком хороший. Заря рассвета, ну не знаю. Ерунда это. Ярость небес. Посох ловушки. Но толку мне от него. Так, а лук какой-нибудь есть? Шпага кота в сапогах. Слишком хорош для меня, ё-моё. 650. Кинжал. Мне драться нечем. Тупо нечем теперь драться.
И лука у меня нету, да? Хоть какого-нибудь. Пострелял бы я хотел стрелами. Приплыли, короче. Так, там тупик, по-моему, да? Ну-ка, может, спрятаться удастся. Потому что если удастся спрятаться, тогда я смогу, может быть, выждать часок. Но мне кажется, меня все равно видят, да? Так, может, у меня невидимость есть? Нету. Но пока глаз светится, значит, меня видят, обо мне знают. Ладно, давайте попробуем оторваться. Во, отлично, потеряли. Но он сейчас, кстати, сюда прибежит. А, дело в том, что движок Обливиона такой, что... На том месте, где тебя теряют, то есть, где ты находишься, они прибегают потом туда и встают. Вот, отлично, сейчас попробуем выждать часок. У нас и магия поднакопится. Навык мудрости, однако... Безмолвие еще не упало. Да, зараза. Сколько же часов оно будет у нас висеть? Это вот этот вот срыв заклинаний, да, отлично. Так, Адримору я поставил, по-моему, нет. Я его ставил, но он не поставился у меня благополучно. А, тоже глюк. КСЕ. Так, а сколько магии? А, ну понятно. Дайте мне тогда обычного. Где обычный-то лорд Дримора, ё-моё. А не мой созданный. Так, колдовство, колдовство. Вызов лича, ля-ля-ля. Слушайте, ну я не знаю, а где? Вызов Дейдрота, мастер молнии, вызов Дримора. Но этот же лорд Дримора у меня был. Как магии не хватает? Неужели все сгорело? Попробуем регенерировать. Давай, 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 отлично, получилось. Нет, не получилось. Да, отлично. Так, ладно, хорош краса, вперед, герои. Надо сохраниться там. Один удар, вы сами видите, что со мной бывает. Так, нам сюда, да. Ну давай. Покажись. Сейчас покажешься прямо перед носом, по-любому. Ну, алло. Блин, не вижу никого. Вот он, отлично. Но он же не один, по-моему, был. Давай, вперед, ё-моё. Не тупи. А, вот их двое, да. Все, Дримору мы его покалечили. Ребра сломали. Так, понятно. Долго он не протянет у меня. Да ну нафиг. Просто размазали. Жесть. Так. Нет, все, у меня магии уже нету. Вот вам и хардкор, пожалуйста. Просто в два рыла запинали его и все. Так, а может кого-то другого могу? А че, я попробую сейчас все-таки их так заколошматить. Так вот, если бы они еще стояли на месте, то у меня каждый каст на вес золота. Да, отлично, что-то я дурку гнал. Где второй? Вот он. Да блин. Вот зараза, а. Ненавижу нахрен. Нет, все, я просто сейчас быстренько их уберу. Слушайте, я совсем не намерен здесь битый час бегать. Давайте появляйтесь уже и все. Ну. Всем выйти из тени, ё-моё, ночной дозор. Во.
Да, но тут прицел явно подбит. Так, откинулся второй. Все, отлично. Блин, вот это жестко, ребята, это жестко. Ух ты, великий камень душ. Так у них с великими душами еще, круто. Ладно, вроде бы справились. Так, это мы не упрем. Возьмем, так, стеклянная атака плюс один. Я попробую взять за место чего-нибудь сейчас. А, хотя зачем, мне вес позволяет. Я что-то был твердо убежден, что я уже перегружен, по самой не балуйся. Так, давайте еще раз. Вообще-то нам желательно бы, конечно, поспать лечь, но здесь лежаков я не вижу. Поэтому придется уже идти до конца. Ё-моё, да, хорошие здесь шмотки. Есть на продажу. Так, давайте посмотрим, куда еще не ходили. Заросшая топь. В топе я еще не был заросший. Давайте я быстренько туда добегу. Ну, чисто для экономии времени нажал на паузу. Зато мы уже подошли, считайте, в топе этого заросшего. А вот как в нее попасть, я так и не пойму. Корни нельзя сдвинуть. Но это же ерунда. А я не видел там больше ходов. Блин, а как так-то? Я уперся и не увидел. Ё-моё. Отличник просто. Вот она, слева оказывается ход. Вот, вообще, почему рекомендуется играть вместе с КСЕ, то есть ставить его в начале игры? Потому что здесь все зависит от количества пройденных дней. То есть он завязан именно на время игровое. То есть, допустим, все вот эти параметры NPC, да, вражеских, все вот эти шмотки респаунятся, они все респаунятся с ходом времени. Короче, чем больше дней проходит. Тут ловушка, да, насколько я помню. Да. Меня сейчас чуть сверху не проткнуло. Вот, все это течет со временем. То есть, допустим, NPC, те же параметры у них укрепляются с ходом времени. Сопротивление у них также с ходом времени идут. То есть, все выше и выше становится. Допустим, если вы пользуетесь только огненными заклинаниями, то враждебные NPC, да вообще все NPC, они, как правило, или NPS, как хотите, называйте, они, как правило, именно против этой стихии, которой вы часто пользуетесь, имеют хорошую сопротивляемость. Вот, а как назло, вы другой стихии пользуетесь плохо, потому что... Быстро вставай! Понятно. Решил посмотреть, что это за цветочек. Да что ты за инвалидность, ё-моё. Какая-то собака тупо съела. Да, то есть сейчас здесь без Мидаса вообще никак. Либо Мидас, либо хорошо прокачанный герой на магию. Вот. Кстати говоря, что хотелось бы подметить, магия разрушения на максимальном уровне сложности, она реально не дает результатов. Оп. То есть хреновато она работает. Потому что, чтобы действительно был какой-то хороший эффект от этой школы разрушения, от именно хороший урон от нее шел, вот она, собака, вам для этого нужно очень много маны. Все, да, то есть на один каст мне хватило. Нет, в принципе, заклинание, конечно, меня очень сильно вот это выручает. Но он меня сейчас догонит, ё-моё. Здесь, по-моему, без зелий вообще нельзя. Да успокойся, тварь. Топазики. Ну, давайте возьмем, они ничего практически не вешают. Так, ну это совсем никуда не годится. Я из 46 левельного крутого волшебника я превратился в инвалида. Благодаря этой модификации. А противники мои наоборот. Как бы даже весьма успешно сражаются. Так, а я вот так вот... Вот это вот зараза, да, меня парализовала? Вот это вот... Или вот это? Вот это, наверное. Да. А это что? Как-то опасно выглядит, конечно. Страшновато мне к ней подходить. Вообще, в реальности я бы за 5 метров бы не подошел к ней.
потому что сохраниться-то нельзя в реальности, да? То есть такой цветочек тебя съест, и все. Так. Ой, игра теней, кстати, может пригодиться. Хотя у меня и невидимость вроде бы есть, стрелы очищения. Мне бы лук какой-нибудь. Так, ага. Я слышу, как кто-то там хрипит. Вот это, что ли, мотня? Ты что ли? Тузик. Тузик, ты извини, конечно, мне против тебя сражаться просто нечем. Давай, давай, давай. Отлично. Там какой-то уродец. А, это утопец. Так, ну сейчас я свалюсь вниз, да, я так понял? Я не перепрыгнул по челу. А тут какая-то невидимая преграда, видите, меня не пускает дальше. То есть все говорит... Ай! Все говорит только о том, чтобы я падал вниз. А я не хочу падать вниз, у меня... Мне нечем сражаться. Ладно. Думаю, ход моих мыслей вы поняли. Сейчас я просто отсиживаюсь. Жду, когда враг меня потеряет. А, кстати, вот же. Чё я затупил? Жду, когда враг меня потеряет. Да надо это... отрегенивать ману. О, мне на всех не хватит. Ну что там опять произошло? Опять безмолвие? Да нет. Но что-то случилось со мной. Либо магия перестала регенерировать. Да, все понятно, короче. Уходим. Ловить нам здесь нехрена. Ждем в тени. Блин, можно было бы, конечно, сходить в деревню обратно, взять Алисию. Она бы хотя бы нас сопровождала, что-то там делала, как-то сражалась бы против них. То есть не все так мрачно бы было. Но с другой стороны, как я уже говорил, это КСЕ, ее можно тупо подставить. Здесь можно сделать так, чтобы ты с одного удара лег. То есть там тут же предусмотрена система ранений еще разных. То есть, допустим, по башке дал, и все, сразу капут. И я вот боюсь, что Алисия может попасть именно под такую раздачу. Кто-нибудь ей зарядит. Так, надо отрываться, короче, от них, от всех. Сейчас они должны меня потерять, по идее. Но я надеюсь. В прошлый раз с троллями сработало. Так, а что у меня? У меня же какие-то... О, давайте вот так вот сделаем. Чтобы я в тень ушел. Какие-то свитки же у меня еще есть. Которые надо просто продать все. Ну нет, не хотят меня терять. Короче, я что-то уже битый час здесь жду, но что-то они никак не могут меня потерять из виду, падла. И поэтому у меня есть идея. Короче, я тупо на невидимость сейчас там пробегу. Я заберу эти чертовы доспехи и ну его нафиг из этой пещеры, потому что я уже сам задолбался по ней бегать. А магия иллюзии нам в этом может помочь. Но... как бы так бы... наверное, только единожды, да? А все. Сейчас... ну что опять? Ой, как меня это все бесит. Слушайте, я сейчас этот мод нафиг снесу, наверное. А, ну понятно. Ну вот, получилось исчезнуть. Да етицкая ты мать! Еще и попал в это говно. Мне здесь бежать надо со всех ног. Да уйди ты! Так, меня не вид... А, меня потеряли, кстати. Так, вот теперь надо куда-то... скорее, скорее, скорее прятаться. И скорее, скорее, скорее. Вот. Так, это что у нас? Дрожащая нора? Так, вот здесь я попробую выждать. Нет, не могу выждать.
Так, ну давайте попробуем уже туда продвинуться. Мне надо срочно выждать время. А, отлично, да? Это именно там, где мы вышли. Хорошо. Так, значит... Сколько? Ну, я не знаю. Ну, давайте часиков 5 подождем, что ли. Потому что совсем беда с магией. Я себя реально чувствую каким-то первоуровневым персонажем, потому что... Чего? А чё так мало? Ну, тут спать надо, похоже. Тут надо просто тупо спать. Потому что так это просто выжидание. Оно гораздо менее эффективно помогает восстановить силы, здоровье и магию, чем... Нет, ну это глюк какой-то. С какой стати-то я не могу так восстановиться? Так, ну а со скрытностью у меня беда, как вы понимаете. Полный пень. О, зелье волшебства. Стрелы искр. И хоть бы один ссаный лук мне дали. Так, ну это получается, что где-то здесь должны быть доспехи. Где-то, может быть, здесь они. Так, сейчас я сохранюсь. Давайте-ка я еще в инвиз уйду. Конечно же, я не ушел. В инвиз сраный. Не знаю, с чем этот глюк связан. Так, вот видите, полное все. Сейчас КСЕ, хоп. Инициализирован, да? Да что ты будешь делать-то? Я ничего не понимаю. Ну-ка. Во. Пока КСЕ не включился, я быстренько, хоп. Схитрил немного. Так. Крокодилы какие. Вы бы мне показали, ребята, где находятся ваши эти доспехи. Я бы хоть быстренько их забрал бы. Так, ну очевидно сюда нам. Что-то не рубит. Низ как-то. Красные водоросли. Ё-моё. Сдается мне здесь этих уродов. Ой-ой-ой, как много. Так, и сейчас меня прищучат. Попробуем вот так вот. Так, ну меня не видно. Давайте. Ага, запалил. Запалил, падла. Все. Быстро хватаем. Дейдрическая булава, кстати, неплохо. Очень даже неплохо. Блин, что-то не то нахватал. Сейчас мы попробуем что-нибудь выкинуть. А булаву забрать. Так, не то. Нет, меч бури мы оставим. 44 вешает. Стеклянная клеймора. Нет. Надо было боевой молот скидывать, да? Ладно, скинем и то, и то. Дерьмо какое ко мне идет, а? Так, ну я сейчас чувствую, я нацепляю на себя противников. Поэтому надо попробовать отожраться зельями. Раз, два, давай хоть слабыми. Да что ты такой трухлявый-то, а? Тоже мне маг. Волшебник, блин. Да ты меня сожрать хочешь никак никогда, я вижу. Так, я вроде бы... А он меня сейчас и сожрет, ё-моё. Спокойно достает. Там еще эта козявка. Все, короче, это жесть, ребята. Это жесть, это просто жесть. Что я поставил, какой ссаный мод. Ну смотрите, сейчас опять колдану. И он, ну я не знаю, с чем это связано. Поэтому ну его в задницу, этот мод, короче. Я прямо сейчас его удаляю. Нет, шучу, конечно. Вроде бы как с ним интереснее, но... Как мне с ними драться-то, я не знаю даже. Я даже убегать от них не могу. Нормально, потому что скорость моего персонажа оставляет желать лучшего. У меня, конечно, есть заклинание, называется «Вернуться в шпиль Фростхрек». Но, как вы понимаете, если я его активирую, то нас выбьет вообще в левую реальность. Так. Этот пень лезть, я думаю, бесполезно. Давайте попробуем. А, ну да, здесь же у меня булава моя. Блин, надо лук. Дайте мне хоть какой-нибудь лук. У меня лука-то нету никакого. Так, я хотел что? Эбонитовое клеймо. Вот это, вот это. Так, аккуратно, 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 аккуратно. Вроде бы пока нас не видно, не слышно. Давайте сразу попробуем выпить еще зелий. На невидимость должно будет хватить, да. Хорошо. Блин, все на сохраняшках, все на сохраняшках. Так, значит, в ту степь идти нет смысла, она вернет нас туда же, да, откуда мы пришли. Да, 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 это мы крюк нарежем, получается, сейчас.
А чё я выглядываю? Там все равно никого видно не будет, они все попрятались. А, смотрите, у меня опять инвидимость то появляется, то... то не появляется. Так, вот тут надо уже тихо и аккуратно, да? Жестко, жестко, все жестко. Ни хрена я не 46 уровня. Из бога в какие-то... в какое-то дерьмо превратился, честное слово. Так, аккуратно... вон тварь стоит, собака. Ну, слушайте, собаку я не победю. Так, надо, значит, что-то с невидимостью делать. Сколько у меня маны сейчас? 80 маны. Что у меня может стоить 80 маны из колдовства? Да и дрот, кстати. Братан, помоги. Давай, пинай его. Ну не тупи. Так, а я пока... посох, урон электричества. Можно, в принципе, попользоваться будет. Хочешь... ух ты, изолированный щит, 14 штук. Перчатки выживания. Ну, это все на продажу пойдет, конечно, но мне нахрен не надо. А хотя, может быть, это и есть этот самый пенек. Смотрите, сколько здесь сокровищ. Изолированный щит. Надо будет лук купить. Титановая стрела. Не, стоит ни о чем. Вот эти стрелы... все что-то стоят, поэтому можно будет ими затариться. Давай, Дейдрот, помогай. О, здесь еще один. Посох уязвимости. Уязвим, 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 уязвим. Ну, это ерунда, в принципе. Блин, опять. Опять я под завязку, да? Так, огненную бурю надо было забрать, мы ее продадим. Так, посох ловушки душ. Ну, ерунда, конечно. Уязвимость. Давайте вот эту вот выкинем. Опа, на. Вы видите, да, там гости нас ждут уже. Так, нет, я тогда посох заберу, что-то более тяжелое выкину, наверное, вот это вот. Так. А все, в принципе, можно убегать смело, потому что... так. Нет, на Дейдрота мне должно хватить, да. Так. Так, вы не на меня, надеюсь? Нет, он на меня прыгает. Так, теперь вроде меня не трогают. Ага, отлично, понятно, не трогают. Фу. Не знаю, ребят, я что-то уже подзапарился. Очень сильно подзапарился. Ладно, есть другая идея. Вызываем Дейдрота. Быстренько обшманиваем пеньки вот эти. Пока Дейдрот на себе держит, мы пьем и пытаемся разнести уже изолированный щит. Ну, наверное, может быть, это и есть этот самый. О, посмотрите, перчатки выживания. Сила магии уже добавилась, и они стали дороже стоить. Вот это вот и есть магия КСЕ. Вот все на продажу возьму, блин. Золотое кольцо, не знаю зачем. Так, быстренько пьем. И надо помочь нашему Дейдроту сейчас будет. Так, пока он там разбирается, держится, братан. Так, еще парочка зелий пригодится. Так, ну что выкинуть? Стеклянную клеймору, 29. Боевый молот я выкину лучше. Так, надо скорее еще пить. Потому что Дейдрот наш уже... а, я уже все, не могу. Нет, могу. Нет, не могу. Понятно, заклинание сорвалось. Ребята, это нечто, конечно, это нечто. Полуянтарный пень, не нужен. Вот они, доспехи. Драконьи перчатки, за этим я шел сюда. Так, Дейдрот, 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 Дейдрот. А, вот он, вызов лорд Дримор. Да, кстати, я его могу вызвать. Братан, помогай. Очень сильно на тебя надеюсь. Хотя бы отвлеки, ё-моё, пока я убегаю. Потому что путь нам предстоит не близкий. Что хоть за перчатки? Драконьи перчатки. Легкие доспехи. Не знаю, ребята, зачем я бегаю за этим всем. Так, он пока еще там держит их. Надо будет еще зелья выпить. Мне больше нету. Тупо валим отсюда. Тупо валим.
Мне даже на свет не хватает. Так, а как это сделать? Как тупо свалить по-быстрому от них, а? Эффект огня. Попадание огнем пугает врага. Кто-то кого-то там поджег. Все. Меня преследуют. И мне сейчас главное удрать. Ой, я тут же... Да-да-да-да-да. Уйди. Я помню, здесь эти черти. Ё-моё. Они быстрее плавают меня. Плавают быстрее, чем я бегу. Так. Вопрос другой. Как отсюда выбраться? Дрожащая нора. Есть на поверхность? Да, есть. Вот Скейлон сейчас на меня прыгнет. Ну, как я и сказал. Скейлон сейчас на меня прыгнет. И у меня еще игра вылетит. Ну, нормально, нормально. Дубль 500. О, кстати, пока КСЕ... А че я так медленно? А, я иду. Пока КСЕ толком не... инициализировалась, я могу успеть... Пытаться, по крайней мере, успеть пробежать на невидимости. Но у меня всего 10 секунд. Мне за эти 10 секунд надо, знаете, что сделать? Успеть добежать вон до той штуки, пока на меня Скейлон не прыгнул. А там уже на свободу. Все. Да я слышу, как вы вопите, твари. Так. Да, тут я уже все обирал. В принципе, все, ребята. Выбрались потихонечку. Так, скорее открывайся, давай. И обратно, давай-ка ты. Ай, скотина, бежит сюда. Ну, а я все-таки успею, думаю, выбраться в западный лес. Если это Скейлон за мной бежит. Нет, это бежит эта штука. А, ползучий гадость это. Все. Все, ребята, нафиг. Домой спать, я не знаю. Есть там все, чтобы пополнить запас сил и брать с собой Алисию. Вот что надо. Фу, ну вроде не вылез. Да? О, свет появился. Хотя мне не свет нужен был, конечно, а... А что мне было нужно? Старый дуб. Я вообще куда-то не в ту степь бегу. Мне не свет надо, мне надо было невидимость использовать. Ладно, удираем отсюда. Наконец-то мы хотя бы наружу. Вроде бы мы заполучили то, что, то зачем шли. Да, тупые драконьи перчатки, я не знаю. Чувак, это сказочек, сказал, что сет вроде хороший, но, может быть, когда он будет сетом, когда я все соберу, там какие-то особенности, способности откроются. А сейчас я пойду до телепорта сбегаю и домой. Пойду в следующее путешествие уже, блин, только завтра. Потому что у меня ни магии, у меня ничего нету. Ограниченный запас кастов у меня, короче говоря, теперь лимитированный. В отличие от того, что было раньше, как я раньше читерил. Ну, блин, оригинальный Обливион, да, он, так скажем, упрощенный достаточно. А КСЕ, вроде как я читал от автора этой модификации, что он как-то в сторону Моровинда, что ли, больше обращает игровой процесс. То есть в Моровинде... Уйди, пожалуйста, а! Ну вот что мне сейчас делать? Он меня сейчас убьет, да и все. Охренеть я, конечно, ночью выбрался. Ну, сейчас он меня убьет. Сколько у меня магии? 37. 37 магии мне не хватит ни на что. Выпить я тоже ничего не могу. Скорости, силы, мощи, лечения, грации, воли. Это ерунда все. Отражение. Остановление. Синяя, росток, лавандовое, обаяние. Да это бесполезно все. Мне пить нечего. А, вот может у меня что-то здесь можно будет. Есть что вызвать, нет? Доспехов. Планы брони для огненной бури. Обездвиженная игра теней у меня есть. А, все, я выбрал. Все, уходим вниз. И вот туда до телепорта пытаемся пробраться хоть как-то, я не знаю. Выживалка, ё-моё. Настоящая выживалка. Игра превратилась... Из игры, в которой ты всех нагибаешь, ходишь. В игру, где ты слизняк и ничего не стоишь. И тебя с удара сносят все. Так, там вот форт. Здесь надо тоже аккуратно быть, потому что он... Ой, там какие-то грибы. Отлично.
Отлично, да? Да, вроде спокойная музыка заиграла. Ребята, уж извините, я тут до телепорта на карачках попробую добраться, потому что мне как-то не хочется больше попадать в такие ситуации неприятные. Главное, чтобы меня у телепорта никто не караулил. Так, давайте, свет вроде бы есть. Ну, конечно, карачки и свет — это мало совместимая вещь, но так просто ни хрена не видно нам. Ладно, давайте, я уже постараюсь быстренько добежать. Давай, 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 давай. Совсем где-то рядышком уже. Спасение рядом. Все, северо-западный телепорт. Где ты? Ну где ты, ё-моё? Наверное, здесь на камне, точно. Все, активируем его. Хорошо, и валим нафиг. Так, как называется? Зеленый ручей, да? Фу, ребята, ну это было круто. Охрененный заходик. Ну сейчас наконец-то в безопасности. Можете спокойно отоспаться. Отъесться. Алисию в охапку взять. Кстати говоря, сейчас может у нас активироваться опять основная сюжетная линия. Охрененное небо. Это, конечно, да. Это суперово. Ну ладно, друзья, на этой ноте давайте мы серию закончим. Вот, продолжим следующий. Там я уже и посплю, и поем, и то есть и Алисию возьму, и продолжим искать мы эти запчасти драконьей брони. Вот, найдем их и продолжим двигаться затем уже по основной сюжетной линии, потому что, насколько я знаю, побочек здесь больше нет. Насколько я помню. Может быть, конечно, я ошибаюсь, еще какие-то побочные квесты будут в процессе. Но вот пока что так. Друзья, спасибо большое, что смотрели. Если серии нравится, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте, пожалуйста. Всего вам самого хорошего и пока. До встречи.